Также муниципальная служба автоэвакуации не создана. Убирать принудительно автомобили можно только там, где они оставлены с нарушением правил дорожного движения. Один из таких авто был эвакуирован с улицы Карла Липнихта у дома номер 71. Машина стояла под знаком «Стоянка запрещена». Перед эвакуацией инспектор подождал положенные 5 минут. Именно это время считается тем, что машина припаркована, и вызвал эвакуатор. Кстати, в правилах дорожного движения указано, машину можно увезти на штрафстоянку только в том случае, если владелец так и не объявился. В противном случае нарушителю грозит только штраф. За данное нарушение водителю грозит административный штраф в размере 1500 рублей. Если же у дорожного знака имеется дополнительная табличка «Работает эвакуатор», то транспортное средство может быть эвакуировано сотрудниками госавтоинспекции на близлежащую штрафстоянку. За что тоже водителю придется заплатить 1500 рублей за эвакуацию, и 34 рубля в час стоит на штрафстоянку.